Приветствую всех любопытных на моем канале. После ролика, в котором я рассказывал, почему лампа Тиротрон МТХ-90 не может быть усилителем, так как является ионным реле, в комментариях я получил некоторые замечания и просьбу сделать усилитель на реле. Эту просьбу ради любопытства я решил и выполнить. На моем столе находится в главных ролях 20-ваттный динамик и реле. Также у меня есть источник питания, батареечка типа крона 9 вольт. Настройку усилителя надо произвести таким образом, а главным ключевым элементом у нас является реле, чтобы оно было максимально чувствительно к сигналу, который мы будем подавать на его катушку. Принципиальная схема выглядит вот таким образом. Входной сигнал подается на катушку реле, которое должно срабатывать при малейших звуковых колебаниях в данном электрическом контуре. Дальше замыкающиеся контакты будут подавать питание на динамик от батарейки. Все легко и просто. Но как это будет звучать? Для начала посмотрим, как усилитель ведет себя без сигнала в режиме покоя. Настоящий усилитель должен быть откалиброван так, чтобы быть максимально чувствительным. Вот эти вот гудки демонстрируют, что в положении вот таком вот электромагнит почти притягивает вот эти контакты друг к другу, и таким образом мы слышим прерывистый звук. То есть чувствительность этого элемента я настроил достаточно хорошо. В настоящих усилителях так и происходит. Мы слышим звук самовозбуждения. Чтобы он не мешал воспроизводить музыку, я буду реле держать в руках, амортизировать тем самым. А теперь мы с помощью вот этих проводов с телефона подадим какую-нибудь мелодию. Желательно бит, потому что мелодичные мелодии у нас звучать уж точно не будут. Я это проверял на собственном опыте. Давайте возьмем реле в руку, чтобы оно само не возбуждалось. Включим усилитель. И вот уже какие-то звуки. Не знаю, как вам понравилась эта какофония. Если уменьшать громкость, подаваемую с телефона, то, конечно же, мы будем слышать через динамик только пики, максимальные по громкости. О, самовозбуждается, зараза. Ну, давайте еще немножечко мелодию. Вам наверняка любопытно бы услышать, что же на самом деле звучало на телефоне, издавая такие страшные звуки. Давайте я выключу вот так звучала эта мелодия. Ну что, ребята, как вам усилитель из реле, понравился? На МТХ-90 делать будем или не будем? Всем хорошего настроения, пока.